В разгар лета жители 9-го поселка Черногорска вновь остались без горячей воды, причем на неопределенный срок. И тут дело не в ремонте коммуникации, а в долгах коммунальщиков перед энергетиками. 14 числа компания «Теплоэнергоресурс», обслуживающая 9-й поселок, самостоятельно, частично обесточила вспомогательные энергообъекты. А уже 20 числа это сделать вынуждены были энергетики. Ввели на котельный режим аварийной брони. Предварительно они не раз предупреждали коммунальщиков о подключениях из-за долгов. С апреля сумма уже перевалила за 1 000 000 рублей. Однако тепловики пока счета оплачивать так и не начали. Со стороны руководства теплоэнергоресурса в нашу сторону никаких обращений не поступало. На контакты не выходили. Ограничение будет снято после полной оплаты имеющейся должности. Именно полной, если частично нужно переводить, никак. Мы готовы рассматривать различные варианты, но тем не менее уведомление мы указали после полной оплаты суммы, указанной в документе. Добавим, сегодня в республике задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ составляет 120 миллионов рублей. Всем неплательщикам направлены уведомления о возможном отключении питания. Однако от слов к действию энергетики пока перешли только в Черногорске.